Здравствуйте, с вами «Практические советы от Евдокии». Сегодня я вам расскажу, как в домашних условиях можно изготовить свечи, которые станут украшением к любому празднику. Для этой работы будут необходимы ножницы, формы для изготовления желатина или шоколада, сами свечи и две емкости для растопления этих свечей на водяной бане. Размельчаем свечи для того, чтобы процесс разогревания на водяной бане был более простым. Ниточки нам будут необходимы для изготовления наших свечей. Разогретую на водяной бане субстанцию заливаем формы, предварительно расположив в них нити. При изготовлении свечей добавляем ароматические вещества. Это могут быть травы или масла. После охлаждения субстанция легко удаляется из формы. При изготовлении свечей используйте всю вашу фантазию. Если вам понравилась эта идея, не забудьте отметить. До свидания!